Привет, друзья! Я Маша Белова, в гостях у Жени Тюльпана. Сегодня он... Красавчик, да? Красавчик в довольно хорошем расположении духа. Чем я и воспользовалась? Выклинчила сложный рецепт, да? Ты забыла, как называется то, что мы сейчас будем готовить? Да. Вот это Маша Белова. Ну ладно. Мы будем готовить сегодня очень простое, очень сытное. Одно из самых, можно сказать, любимых моих блюд. Это паста с томатным соусом и с тунцом. Мы используем сыр пармезан, который потом пойдет сверху. Мы используем итальянские травы, помидоры свежие, соль с травами Прованса, очищенные томаты в собственном соку, чуть-чуть мяты, имбирь, значит, лук. Чеснок. Чесночок, правильно забыл. Так, масло оливковое, тунец консервированный и... Спагетти. Начинаем с того, что мы... Очищаем чеснок и лук. Чем это делается шалот от обычного лука? Шалот очень сладкий. Нам надо нарезать и лук, и чеснок мелкими ломтиками. Мы берем немного соли. Посолили для того, чтобы наш лук и чеснок быстрее дали влагу. Соответственно, они быстрее обжарятся. Берем сковородку. Добавляем туда оливковое масло. Берем немного имбиря, очищаем его, делаем такие вот слайсы, раз. Нам надо, чтобы просто имбирь дал чуть своего аромата. Мы закидываем наш лук, чеснок. Пока это обжаривается, нам надо поставить воду кипятиться. Когда у нас сейчас лук с чесноком подойдут, обжарится. Мы это все дело зальем томатами. Воду для спагетти мы солим. Теперь мы берем наши помидорчики, да, и заливаем их сюда. И делаем вот так, мы их размельчаем. Мы должны добиться однородной массы. Что нам не хватает? Нам не хватает перца и трав. Орегано, базилик, перец, томат и так далее. Ну, типично, в общем-то, итальянские травы. И мы обильно посыпаем на наш соус. Берем две помидорки и нарезаем помидорки кубиками. И это мы тоже добавляем в соус, как ты поняла. С кожурой. В кожуре знаешь, сколько, кстати, витаминов? Больше, чем в самом помидоре. Мы накрываем и оставляем, чтобы тушилось. Вскипела вода. Закладываем туда макарошки. Чтобы макароны быстрее сварились и, в общем-то, ускорить процесс, можно сломать пополам. Мы должны с тобой протереть пармезан. Но так как у меня руки кривые, я сделаю просто блендером. Турец. Турец открывается так. Раз и два. И вот весь соус, который у тебя есть, да, тунца с кусочками и так далее, это все, соответственно, выкладываешь в наш соус. И размельчаешь. Теперь мы берем мяту и нарываем ее кусочками сюда. Она нам должна дать легкий аромат. И перемешиваем все. Все. Соус у нас готов. Мы переводим на самый маленький огонь. Что там у нас с макарошками. Макарошки у нас готовы. Ты знаешь, как правильно готовить макароны? Их надо готовить, чтобы они были твердые. Альденте. Итальянцы говорят, альденте на зубок. Если у тебя макароны будут готовы полностью, тогда они будут очень хорошо усваиваться у тебя в животе. Если макароны не доварены, то они до конца усваиваться не будут. То есть ты получишь необходимую дозу еды, необходимую дозу углеводов, но они у тебя не полностью не усвоятся в животе. Поэтому итальянцы все-таки худенькие. Теперь макароны мы берем и сливаем лишнее. Ну как сливаем, все знают. Да? Берем вот немного соуса и сюда наливаем в кастрюлю. И выкинем туда макароны, скидываем. В макаронах еще осталось немного воды. Теперь мы заливаем сверху и макароны вот так вот перемешиваем уже в кастрюле.
Таким образом у нас соус равномерно распределяется по всем макарошкам. Сейчас они активно, они будут активно впитывать травяной сок. Полминуты проходит, я тебе подаю, и ты получаешь супер макароны. Тебе пармезан положить? Да. А идеальные макароны с соусом, и те, которые, когда вот ты двигаешь, видишь, у тебя соуса тут нет, то есть не плавает там в воде ничего, да? Это идеально сваренный макарон с идеальным соусом. Можно я попробую тебе? Женя, вот я за обе щеки, я думаю, и вам должно понравиться. Смотрите, учитесь и готовьте, да? А заметь, как имбирь хорошо идет с тунцом. Имбирь. Потому что имбирь любит рыбу. Я бы перца сюда еще добавила. Честно. Какого? Чего-нибудь какого-нибудь. Острого? Да. Может быть, табаско? Может быть. Давай, добавим. Ну, мы будем экспериментировать, да? Конечно. Мы прощаемся со зрителями.